связаны. Слушайте. Привет, я Маргарита. Я Ксюша. И вы снова на нашем канале Сестрички Лайф. Недавно над нами наши родители очень жестоко пошутили. Они устроили нам пранк, что мама беременна. Мы решили, что мы их будем пугать целый день. У нас есть воздушные шарики, очень много. Они как раз сейчас завтракают, сидят за столом. И как раз такое время, где можно их напугать. Ну что, будем надувать шарики? Ну что, мы надули несколько шариков. Думаю, что пока хватит. 7 шариков. Так, теперь нам нужны иголочки. Сейчас я подержу-ка. Вот у нас иголочки. Иголочка. Да. Ты будешь подержать? Подожди, девочка. Я боюсь лопать. Лопать. Давай, одна хватит. А зачем одна, если мне тоже нужно? Или мы нет, это хотим? Да, я буду снимать, ладно. А ты будешь лопать. А, хорошо. Мы не могу посадить его, папа. Да. Папи! Пинака! Ксюшка. И Ксения! Ой, я иду тремендо, ой, ой, ой. Ксения! ¿Qué pasó? В общем, мы надули шарики побольше, потому что маленькие не так уж и это сильно лопаются. Да. Сейчас это такие большие. Она это посуду в машинку. Давай. Не надо. Давай. Я сама испугалась. Папа тоже испугался.
Макс, не надо. Так, мама сейчас тоже в туалете, и мы ее так же напугаем, как и папу. Да? Начинаем. Мне еще... Ой, что-то нету. Наверное, я сейчас надую шарик, тоже очень большим, и потом будем ее пугать. Девочки, хватит уже, все. Ребята, у меня появилась классная идейка. Сейчас вам покажу. Вот это мама лежит. Она отдыхает. И, по-моему, она заснула. Так, сейчас я вам покажу, что я сделаю. Вот у меня есть шарик. Я сейчас наберу водичку сюда. И потом лопну над мамой. Ой, я забыла. Блин. Ой, так сейчас я буду это набирать в водичку. Теплую я налью. Много тоже не надо. Да, такой тяжелый. Ух ты. Такой тяжелый. Я не знаю, как я его лопну. Посмотри. Мы это сейчас лопнем над мамой. Давай ты это сделаешь. А это холодная вода? Нет, теплая. Ага. Угу. Ксения, там мама соснула. Где? Там. Вот, смотри. Ага, вот. Осторожно. Как мне держать? Ну, над вот мамой, это? Над мамой. А вот эту штуку? Не знаю, если так лопнет. Ну, попробуй. В общем, чтобы была над мамой. Вы что делаете? Круто! Так, все, вы наказаны. Слушайте. Нет, почему? Ну спасибо, хоть что водичка теплая. Давай это. Ну что, ребят, наш день уже подходит к концу. И у нас, то есть, и мы сейчас будем их пугать последний раз. Я. Да, Ксюша их сейчас последний раз напугает. И... А сейчас, подожди. Ксения, полезли. Подожди, я пойду. Весело? Угу. Да. Где спать? Нет. Хватит уже, целый день пугать. Ты думаешь, это приятно? Да. Так давай я буду пугать. Давай. Вот ходите и бой.
А что с пальцем? Я с вами красила. Ходите и бойтесь. Из-за угла может выскочить что-то. Или где-нибудь шарик лопнет. Смешно. Давай. Все уже, закончили? Больше не будете их пугать? Ну, по-моему, нет. Я могу расслабиться? Не, точно? Да. Ну не, да. Я сегодня спать точно. Нормально, я буду только лежать и дергаться. Я надеюсь, ты больше не будешь испугать. Это опасно. Не нужно себе делать. Ну что, ребят, нам сегодня было очень весело. Нам очень понравилось пугать наших родителей. Если вам тоже понравилось это видео, то ставьте лайк. И обязательно подписывайтесь на наш канал. Всем пока! Пока-пока! Мама! Мама!